Итак, прохождение Готики вновь продолжается. Да, кстати, насчет того глюка с Ютубом. Он не у одного меня. Мне вот тут одноклассник только что сказал, этот, что у него такая же галиматья произошла. Ну, вернее, не галиматья, фигня. Вот это вот. С Ютубом. Тоже типа с лайками. Да, кстати, подпишитесь на его канал. Он называется Максим Непарко. Ссылочка в описании. Ладно. А мне пока тут надо в новый лагерь сходить в этой игрушке. Зачем? Ну, помните, акробатике-то обучиться. Меня сначала этих не хватило. Очков обучения. Но я ж недавно, когда к старому лагерю присоединился, новый уровень получил. Поэтому сейчас уже должно хватить. Мне его не одолеть. Кудахтать, харе. Я не знаю. По мне так Готика это игра суперская. Она не утратила свою популярность. Хотя вышла в 2001 году, но свою популярность она все равно не растратила. По мне так это лучшая игра. Я не понимаю тех, кому нравится Warface. По мне так это... бред какой-то. Даю вам совет. Играйте побольше в RPG. Но нет, стрелялки тоже есть хорошие. Серьезный Сэм, например. Кстати, я и прохождение серьезного Сэма тоже снимать буду. Но это тогда, когда я всю Готику сниму. Все четыре части. Потому что... две игры одновременно у меня и памяти на компе, вернее, на жестком диске не хватит. На жестком диске не хватит. Да и некогда сразу две. Поэтому вот Готику всю сниму, все четыре части. Тогда уж и серьезный Сэм будет. А пока подождите маленько. Прошелся. А хотя пойдем коротким путем. О, кстати, помните эту пещеру черных гоблинов? Может, теперь-то я уже смогу их убить? Говорю же, что могу. О, а этот застрял. Всех победил. Что они тут интересно охраняли? У этого рыба. Да, с гоблинов ничего стоящего не соберешь. Скелет тут какой-то. Кочерга. Рыба. Рыба. Боевой меч. А это уже интересно. И сколько он сносит урона? Не, он не... он менее мощный, чем мой Орчий Молд. Да, здорово меня, конечно, потрепали. Поэтому отосплюсь-ка я в новом лагере. А уж потом можно будет и... в лагерь братства отправляться
чтобы разузнать их планы. Да вообще-то я уже, как говорил, играл в эту игру, поэтому открою вам, что это за планы. Они собираются начать свою великую церемонию. Вот только у них это не удастся. А почему? Ну, сами потом увидите. Все равно мы скоро до этого места доберемся. В этой-то части вряд ли, а вот в другой будет. Странно, я как-то бегу прыжками. Не, пойду нормально. Только бы сейчас не говорили. А, человек Гомеза. Возьму да зайду. Сейчас в бар. Уже тогда? Не, меня пропускают. Уж лучше я посмотрю со стороны. А где Мордрак? Вот. Больше он. Не хочу слушать эту болтовню. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Интересно, а можно ли нам Всё, теперь к Ларсу заходить? Или нас уже не пропустят? Сейчас поспим в нашей хижине. Как хорошо, что нам теперь не придется выискивать, где нам тут отоспаться. У нас теперь и в новом лагере есть собственный домик. Давай, вылази отсюда. Это не слишком было намного лучше. Поговорим о чем-нибудь другом. Если ты думаешь... Нет. Уже тогда было ясно, туда я не могу пройти, к магам. Сейчас. Потом можно будет. Раньше все было намного лучше. Не то, такое со мной больше не случится. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Где там тот? Форный наемник, который обучит меня акробатике. А, вот он. Пастер-то. Давай лучше сменим тему. Ты... Я могу... И почему нельзя держать язык? Я ничему не смогу научить тебя. Тебе не хватает опыта. О, да тут ловкость, оказывается, нужна. Ну, ё-моё. Ты хочешь сказать? Я не имею отношения к этому. Так. Ну. А чё, он ловкости больше меня не научит? А, ну да, я ж теперь больше к старому, к новому лагерю. Нет, как его, я ж к новому лагерю не принадлежу. Я теперь к старому лагерю принадлежу. Поэтому теперь шиш. Ладно, уходим отсюда. Ловкости сейчас сколько? Я не имею отношения к этому делу. У меня сейчас ловкости как было 30, так и осталось. А очков обучения у меня 12. Этого не хватит, у меня будет 42 очка, а мне надо 50. Поэтому придется еще разок получить новый уровень. Я думаю, это уже давно решенный вопрос. Да, кстати, а где тут охотник из нового лагеря? Ага, он вон там живет. Пройдемся через него. Пусть научит нас добывать еще кожу. Убили шерсть.
стержня. Ай! О, они меня теперь уже не так много сносят. Скорее даже мало. Ай! Замечательно. О, вон то место, где живет охотник из нового лагеря. Эйден. Харе пить свое вино. Давай. Я хочу на... А чему? Добывать кожу. Сначала... А, руды не хватает. Вот ты, забыл же, что всю свою руду почти вгрохал в этот доспех. Ладно, научимся еще. Идемте все-таки в лагерь братства. До него, конечно, далековато будет. Хотя нет, можно и тут пройтись. Так будет покороче. Ничего. Вот потом у нас появятся руны телепортации, вот тогда мы телепортироваться сможем по лагерям. И долго не придется бегать туда-сюда. Лагерь братства уже не за горами. Thank you.
долго, конечно, мы бежали. Но наконец-то прибежали. Вот и пришли. Сохрани это в твоем месте. Людям лучше этого не знать. Хорошо, что ты пришел. У меня для тебя новость. О! Расскажи. Гуру нашего братства ожидают великого события. Да? Они хотят выйти отсюда? Они хотят призвать спящего. Но им нужно что-то, что поможет объединить их духовные силы. Да? Для этого нужен магический артефакт, который они называют юнитором. Кстати, все эти юниторы потом надо будет искать. Но какое отношение это имеет ко мне? А я что могу сделать? Поговори с Юберианом. Он наш учитель и самый могущественный из нас. У тебя будет возможность заслужить его доверие. Где я могу его найти? Иди к храму. Он редко покидает его. Наверное, в этом холодном здании он чувствует себя ближе к спящим. О, теперь мне можно туда прийти. Да храни. Глава вторая, пищ, первую главу всю снял. Обидишь? Привет! Куда вы идете? Мы несем Коргалому. Здесь никому нельзя доверять. Раз в день мы при... Каждый может обмануть. Ясно. Но меня-то ты уже научил добывать слюну ползунов. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. За них Коргалом может щедро наградить. Я не причастен к этому делу. Стой! Только с разрешения одного из гуру ты можешь зайти в храм. Ясно. Меня прислал послушник Лестер. Послушник Лестер прислал меня. Я хочу предложить Юбериону свою помощь. Лестер? Я знаю его. Ему можно доверять. Проходи. Все. Вот мы и в храме, в том самом. Тут есть тоже несколько женщин, которые тоже говорят, уходи, тебе нельзя со мной разговаривать. А вот и сам Юберион. Приветствую тебя, учитель Юберион. А, я тебя знаю. Это невозможно. Мы еще ни разу не встречались. Я думал, ты... Хорошо. Что тебе нужно? Я слышал, вы кое-что ищете. Я слышал, что ты хочешь что-то найти. Так и есть. Нам нужен магический юнитор. Мы уже отправили за ним новенького, Нироса. Но он все еще не вернулся. Может, ты сможешь выяснить, что с ним случилось? А я вам скажу, что с ним случилось. С ума сошел. Почему этот юнитор так важен? В нем сокрыта магия, способная концентрировать нашу силу. Один из пяти камней, участвовавших в сотворении барьера. Тут что-то мое видение сказало, что сила этого камня поможет нам. Интересное видение. Мое видение — это послание спящего. Бла-бла-бла, понятно. Где я должен его искать? Будешь выходить из лагеря? Поверни направо. Ясно. Я верну вам юнитор. Вот карта. На ней отмечено, где должен быть юнитор. Ну, я и так наизусть уже знаю, где он находится. Сам же ведь играл в эту игру. Помните в то место, где был орочий алтарь? Он там-то и находится. И там мы найдем послушника уже, который сошел с ума из-за спящего. Сейчас. Такое со мной больше не случится.
твари. С каждой головой, кстати, новые твари появляются в тех местах, где я их уже убил. Теперь ищем Юнитор. Он находится там. Как и тот послушник. Еще немного. Сейчас мы тут все соберем. Вот и пришли. А вон тот самый Нирос. Нирос, как его там. Исчезни, здесь тебе не место. Я ищу камень Юнитор. Ты пришел слишком поздно. Я уже сам нашел его. И я решил оставить его себе. Ночью я слышал слова спящего. Он сказал, что теперь я его единственный последователь. Теперь только я буду служить спящему. Он больше не нуждается в гуру и стражах. Только я один. С ума сошел. Умри! С ума сошел, бедняга. Ликвидируем его. Эй! Ну давай, чё ты не убиваешь никак? Да блин, баг что ли? Ладно, сейчас станет. Блин, чё ты никак не убиваешь нормально? Баг что ли? Убей ты его, наконец. Убить нормально не могу. А, пристрелим его. Сейчас он встанет, мы его убьем стрелой. О, наконец-то. А вот и Юнитор. Да, одноручным оружием почему-то убивать трудно. Ничего, с двуручным тумой будет полегче. Ну а теперь пора быстро бежать назад в лагерь братства. Есть более короткий путь туда.
Если ты тут шлепнешься в глубокую воду, то тебе от этого ничего не будет. Поэтому сигаем откуда-нибудь. Или же можно попросту соскользнуть. Но перед этим сохранимся. Так, тут соскользнули. Ну, без приключений все обошлось. Идемте в лагерь. И доложим Юбериону. Так ты говоришь, сколько ты хочешь сказать? Никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Я нашел Юнитор. Замечательно. Ты очень сильно помог нам. Отнеси его теперь к Оргалому. Он знает, что с ним делать. Как насчет небольшой награды? А я не заслужил награду? Так и быть. Ты не из нашего братства. Но я награжу тебя. Возьми этот амулет в благодарность за твою помощь. Спасибо. Этот послушник Нирос, он сошел с ума. Послушник Нирос сошел с ума. Он сказал, будто спящий явился ему и избрал его своим единственным слугой. Потом он напал на меня и захотел убить. Могущество спящего слишком велико для разума послушника. Понятно. Лишь мы, гуру, после долгих лет медитации смогли достичь той силы духа, что позволяет нам выносить голос всемогущего спящего. Ясно теперь. Ну ладно, и на этом прохождение завершается. Ставьте лайк, если хотите дальше. И да, не обращайте внимания, вам может показаться, что у меня мало лайков, но это все тот же глюк в Ютубе.